С добрым утром, друзья! Рады приветствовать на канале. Как всегда, не усидели дома и выехали в Подмосковье. Пока сидим, естественно, здесь, в Москве, потому что дел много. Да и межсезонье. В лесах особо ловить нечего. Трава, слепни, комары, мошка вредоносная. Время 4 часа утра, приехали на эту поляну. Мы здесь частенько ходили. Вот здесь, где островок, вот тут вот. Так поднимали тогда по снегу. Свежий скос там вот на том поле техника стоит. Прям свежий-свежий. Просто вот, может быть, прям вчера. Времени немного, часа 4-5 до рассвета, до жары. Жару обещают опять 30-ку. Поэтому пока более-менее прохладненько, походим, побродим. Если что-то будет, покажем. Если ничего не будет, тогда вы кино, наверное, даже и не увидите. Ходим, бродим. Полушка, блин. Итак, друзья, отошли от машины вот 5 метров. Петровская, что ли? Сигнальчик. Да, охот дело. Посмотри, что у меня. Да, Петры, полушечка. Обалдеть. Первым сигнальчиком. И вот второй тут идет. Третий. Ну, третий, да. Первым был какая-то железячка, медный пластинчик. Земля, конечно, пипец. Но у меня... Грунт, да, грунт тугой. Тугой? У меня сигнал какой-то не такой. На этих полях и чешуи было. И все. Причем было. Что на первом, что на втором поле. В стенки к тебе. Нет? Ладно, если что-то будет интересное, мы, конечно, включимся. Нет. Я туда вкопаться не могу. Ну да, Петрушечка прикольная. Ладно. Да. От перстня с камнем. От перстня с камнем верхушечка, да? Ну вот, видишь, она. А, ну да. Куда зажималась? Ну ничего нет, к сожалению, больше. Ходить одно удовольствие. Ветерок. Ну, да, все можно выкручивать на максимум. Ничего не фонит, ничего не шумит. Красота. Насекомых нет. Сейчас. Ну они, неизвестные. Их сдувает. О, бахают что ли уже? Ну, там охотничье хозяйство, затем вон леском. Просто красота, посмотрите. Можно ходить вечно. Очень много хищников. Ну сейчас если будет, кто-нибудь пролетит, конюк, сниму. Да? Конюк сейчас, да, здесь болтался. Они зависают. Как калибри висит такой, крыльями машет. Такая красота у нас здесь творится. Ну, блин. Вот, монеточка. А, лучше. Ты что ругаешься? Она убита. Понятно. Здесь только можно рассчитывать на чешую, на сохранную. Серебра вот этого поля, по-моему, не поднимали никогда, я тут не помню. Никак уж. Ну, понятно, что, кружочек. Вот такой кружок. Ну, звук был классический. Да. Сигнальчик. С таким прихрюком сигнальчик. Очередная монеточек. Очередная убитая. Синяга. Да? Ну, тоже убитая, конечно. Угу. Здесь на это особо. Но все равно ломку вот эту межсезонную снять. В общем-то, хорошо. Да, все они. Курицы. К сожалению. Хотя в мыло засунем, конечно, посмотрим. Вот так. А вон там рассвет начинается. Ну или заканчивается. Ой, заканчивается полшестого. Рассвет был в 4 часа. Ну да.
Самолетики летают. Этот полетел зелененький. Все расцвело окончательно. Все. Уже. Солнце вылезает, становится. Надо идти к машине. Надо идти к машине, иначе мы сейчас. Разворачиваемся. Становится невыносимо дышать. Кругом грибники поприезжали, повылезали. Не видно было. Рядом с чешуйкой. Конинка крупненькая выскочила. И там что-то сигналит. Вот и рядышком прям лежал. Впрочем, очень неплохо. Очень неплохо сохранился. Сейчас покажем. Красота, солнце выходит, прям припекает уже. Жечь. Сейчас тридцатник обещали. Да еще и грозу добавил. Стайки какие-то, птичек вот этих летают. Не могу понять, кто это такие. Какие-то маленькие. Сейчас. Вот такая красота. Вот интересно, почему медь не сохраняется? Ну, их разные. Ну да. Да любая не сохраняется здесь, а крестики сохраняются. Медь другая. Интересно. Ладно, идем уже в сторону машины. Хватит хорошего немножко. Обалденный крестик. Итак. Бери. Итак, у нас сигнальчик. Копейка. Серебром или 1/2. 1/2 серебро. Убита. Ну, не знаю, может отойдет. Сейчас держит. А, да не, ничего, обернули. Может отойдет. Может отойдет. Приятно, когда ветерок поднимается. И мне гребня, не знаю, что. Так, рядышком у нас. Подожди, вот... по-моему, там что-то такое есть. Интересный сигнальчик, обломочек какого-то, то ли гребешка, то ли что-то такое. Да, что-то уже ночь не спать тяжело. Мы сегодня не ложились. Вообще непонятно, чего. Ехали в ночь. Скорее всего, какая-то гребешка какого-то. Да нет, это, по-моему, от детской игрушки. Какой? Не знаю, пистолетик или еще чего-то. А, вот такая фитюлька. Сложно сказать. Ну ладно. Трактора проснулись. Поехали. Вторая чешуйка. Но, к сожалению, нечитаемая. Попробуем, конечно, под микроскопом посмотреть, что там изображено. Но затертая при жизни, к сожалению. Вот такая крупная. Никак до машины не дойдем. Вон у нас машинка стоит. Так, друзья, походили немножко по этой лужайке. Ну, лужайка, как всегда, чуть-чуть дала. Находки уж не будем раскладывать, там их немного. Но что интересное, вы, скорее всего, уже увидели. Вот. Чешуйки затерты, крестик зачетный. Может быть, николаевская монета целая. Не знаю, посмотрим. Душу отвели. Солнце вылезло, 8 утра. Невозможно. Парит, духота. Так что ждем осени. Но все равно выбираться будем. Спасибо, что смотрите. Всем пока.